В эфире новости Курган.ру. Здравствуйте, в студии Юрий Пестерев. В ближайшие полчаса я и мои коллеги познакомим вас с наиболее заметными событиями в регионе. Сегодня в выпуске. С января лечить будут по новым правилам. Порядок предоставления платных медицинских услуг объясняют в Роспотребнадзоре. Успеют ли стать собственниками? Жильцы общежития по проспекту Конституции считают, что их права на приватизацию нарушены. Как найти свою вторую половинку и попасть на ТВ? Проект информационного агентства Курган.ру «Сети Амура» стартует 12 января. В четверг вечером в рабочем поселке Красный Октябрь Каргопольского района в жилом доме из-за плохо открытой вьюшки произошло задымление. Пострадал 72-летний хозяин дома. С легкой степенью отравления угарным газом спасатели доставили его в больницу. Кроме того, при сверке с другими спецслужбами стало известно, что 1 января в селе Письяное Куртамышского района в пожаре погиб человек. Тогда обошлось без вызова пожарной охраны. В жилом доме на кухне горел диван. Очевидцы справились с огнем своими силами. Однако трагедии избежать не удалось. Погиб 23-летний хозяин жилища. По данному факту следственными органами СКР по Курганской области проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Накануне в Китовском районе на 22-м километре дороги Курган-Звериноголовская в аварии погиб зауралец. 21-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля Volkswagen и допустил наезд на электроопору. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Всего за прошедшие сутки в Кургане произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Никто из людей не пострадал. На дорогах области зарегистрировано 2 автомобильных аварии, в которых один человек погиб и еще один получил травмы. Обстоятельства всех ДТП выясняются. Каждый неправомерный выезд на встречку полицейские будут рассматривать индивидуально. С января вступили в силу изменения в законе об административных правонарушениях, которые касаются выезда на встречную полосу и движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением. По информации пресс-службы ГИБДД, если водитель впервые совершил данное нарушение правил дорожного движения, он будет оштрафован на 5000 рублей, либо лишен права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Таким образом, у инспектора и судьи будет возможность учесть характер конкретного правонарушения, длительность выезда на встречную полосу, траекторию движения и так далее, учесть все смягчающие и отягчающие обстоятельства. За повторное нарушение автовладельца лишат водительских прав сроком на 1 год. С 1 января вступил в силу закон, согласно которому вводятся новые правила оказания платных медицинских услуг. Как он коснется зауральцев, смотрите далее. Скорая помощь, амбулаторный прием и лечение в поликлинике. Согласно новому закону, все бесплатные услуги, которые ранее получали граждане, останутся безвозмездными. Платными сделают лишь некоторые, не предусмотренные программой госгарантий. Это может быть отдельный медицинский пост или улучшенное какое-то питание по сравнению с остальными больными. Но в любом случае все пациенты получают одинаковую бесплатную медицинскую помощь, предусмотренную стандартами. Заплатить придется и за лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых, а также при анонимном обращении к специалисту. Важно знать, если в лечебном учреждении одна и та же услуга предоставляется и платно, и бесплатно, прежде чем оказать ее платно, больница или поликлиника обязана проинформировать о возможности получения медицинской помощи без взимания платы. Если это не сделано, у потребителя есть все основания обратиться в контролирующие органы. Кстати, согласно закону, ответственность несет не только врач, но и пациент. Если потребитель нарушил... Существенные условия договора такое, как порядок оплаты договора, либо, значит, условия поведения в стационаре. Он будет нести за это соответствующую ответственность. Цены на услуги в каждой больнице будут разными. Их определят учредители лечебных заведений. Известно, что ограничения законом не установлены. Многие опасаются, что со временем платные услуги вытеснят бесплатные. Однако власти заявляют, такие меры только повысят качество медпомощи. Кто из оппонентов прав, покажет время. Ольга Тыщик, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру». Обещанного ремонта своих подъездов уже не первый год ждут жильцы дома номер 106 по улице Коля Миготина. Ответ своей управкомпании на их обращение они видели пока только на бумаге. Жильцы дома номер 106 по улице Коля Миготина не могут дождаться ремонта в своих подъездах. Управляющая компания «Восток-центр» регулярно обещает приехать и устранить возникающие одну за другой проблемы. Но в заявленные сроки коммунальщики еще ни разу не уложились. Окна сколько раз просили, застеклите, у нас даже стекло есть. Никто не приходит, никому не нужно. Звоним, никто.
Стекла лежат на окне, вот там, на четвертом этаже. Обшарпанные стены, выбитые стекла и крошащиеся под ногами ступеньки – это еще не полный список проблем этого дома. По словам жильцов, коммунальные платежи от них поступают исправно, но обещанного обслуживания они никогда не видели. Последний раз этот дом ремонтировался около 30 лет назад, заявляют собственники жилья. С тех пор косметические недостатки в своих подъездах они исправляют собственноручно. Мы маленько делали и подкрашивали сами. Но ведь мы стареем. Мы уже не можем. И вот у нас 14 квартир, ее муж иногда делает застеклят сам. Что можно, вот маленько собираем застеклят. Но оно уже все ломаться. Это все давно и ни разу капитального ремонта не было. Живущие в доме люди с ограниченными возможностями здоровья с трудом поднимаются на свои этажи. На некоторых лестничных пролетах, помимо торчащей стены проводки, отсутствуют перила. Горожане надеются, что управкомпания «Восток-центр» наконец выполнит свои обязательства. В последний раз коммунальщики обещали отремонтировать подъезды в декабре. Дарья Федерягина, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Когда покупали жилье, их заверили – дом под снос. Прошло несколько лет, а переселять жильцов так никто и не собирается. Более того, управкомпания не следит за состоянием аварийного жилья. Как выживают на Краснодонской 3, расскажет Ольга Тыщик. Батарея холодная, отопления нету, 3 месяца, вообще абсолютно никакого. Жители этой квартиры в доме по Краснодонской 3 спасаются электрическим обогревателем. Тот работает сутки напролет. Рассказывают, к началу зимы из-за низкой температуры в квартире даже изо рта шел пар. Ребенок постоянно болел. Когда приезжают, значит, наше ЖКО, нам не выдают никаких справок, ни от руки не пишут за вызов, какие они делают, значит, работы, какая температура у нас в доме. То есть мы ничего не можем абсолютно добиться. Эта проблема в доме не единственная. Местные жители опасаются замыкания проводки. На этажах электропровода торчат во все стороны. Недавно управляющая компания сделала в подъезде так называемый ремонт. Однако стены почему-то так и остались обшарпанными, грязь не исчезла. Хотя бы лестницу сделали, радуются жители, а то и ее не было. Каждый день эти люди задаются вопросом, кому и за что они ежемесячно платят по 1500 рублей с квартиры. Латать дыры приходится самим. Заделали просто пленкой. Это смешно. Своими силами пленка, извините, ветра, зима. Это ни в какие ворота не лезет. С ужасом Анна ожидает весны. Свалка рядом с домом превратится в зловонную массу. Вновь разведутся крысы и тараканы. Для двух домов одного контейнера явно недостаточно. Хотелось бы как-то, чтобы нас услышали, чтобы уже убрали и мусор, занялись ремонтом дома. Чтобы хоть как-то нам навстречу пошли. Почему нас никто не слышит, не видит? Электричество, вода, мусор. Мы что, здесь Богом забыты или людьми, или властью? По словам жильцов, дом находится в ведении управляющей организации развития. На наши упорные звонки директор компании так и не ответил. Мы будем держать ситуацию на контроле. Ольга Тыщик, Александр Менщиков, Светлана Брагина. Информационное агентство «Курган.ру». В эту субботу работники и служащие прокуратуры России отметят свой профессиональный праздник. В 1722 году император Петр I учредил должность прокурора. Чтобы узнать, как работает и какими делами занимается прокуратура сегодня, наша съемочная группа выехала в рабочий поселок Каргополье. Каргопольская прокуратура насчитывает 7 сотрудников. Основной костяк уже сложился, но в прошлом году пришли молодые специалисты. Дмитрий Чуварин, не так давно окончивший институт при Уральской государственной юридической академии, уже получил чин юрист 3-го класса. Поскольку я уже планировал о том, что связать свою дальнейшую деятельность именно с юриспруденцией, то посчитал, что вуз очень даже неплохой. Работа в прокуратуре мне, в принципе, нравилась, поэтому посчитал, что шанс такой упустить не стоит. И подал заявление, собрал все документы и поступил. Все, что необходимо для моей деятельности, жизни и развития дальнейшего, все в прокуратуре присутствует. Задуманная и учрежденная Петром I как око государева, прокуратура надзирает за точным исполнением законов, защитой прав и интересов граждан. Направления прокурорской деятельности разнообразны, хотя чаще всего рассматриваются вопросы здравоохранения, трудовые и жилищные права. После нашего вмешательства 12 детей-сирот, ну уже взрослых, конечно, граждан из числа детей-сирот, которые когда-то были лишены самого главного, семьи, были обеспечены жильем. Мы предъявили иски. В этом году было закончено строительство дома многоквартирного в Каргополе, и 12 человек получили квартиры. В
прошлом году прокуратура привлекла к административной ответственности двух руководителей контролирующих органов за необоснованное проведение проверок, мешающих нормальной работе юридических лиц и предпринимателей. Случаются в работе и неординарные случаи. Через Каргополье проходит участок федеральной трассы. Анализ его аварийности показал, что главной причиной является отсутствие освещения. На этом большом отрезке работают только два фонаря. Здесь, в поселке, когда тем более трасса фактически разделяет его напополам, и люди из одной части поселка вынуждены ходить через федеральную трассу на другую сторону, нет ни освещения, ни нормальных пешеходных переходов. Мы обратились в суд с иском. Иск удовлетворили. Сложность заключается в том, что обслуживающий участок предприятия находится в Челябинске, из-за чего решение суда до сих пор не исполнено. Но сотрудники прокуратуры уверены, к лету их предписания будут выполнены, пусть даже и в принудительном порядке. К 291-й годовщине ведомства каргопольцы получили настоящий подарок. К профессиональному празднику мы получили такой, скажем, очень хороший подарок. В 2012 году осенью уже был проведен капитальный ремонт здания. Здание прокуратуры построено еще в 70-х годах. Все довольно-таки обветшало, и было принято решение проведения капитального ремонта здания. Коллектив прокуратуры уверен, что своей работой будет и дальше приносить пользу жителям района и защищать их законные интересы. Оксана Собакова, Василий Малухин, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру». 1 марта 2013 года в России заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. Будет ли он продлен еще раз, неизвестно. А между тем, желающих курганцев оформить жилье в собственность еще много. И дело не в медлительности граждан, а в отсутствии таковой возможности. Проблема стоит не первый год перед жильцами дома номер 77А по проспекту Конституции. Камнем преткновения является статус строения – общежитие. Хотя, по мнению жильцов, никаких признаков общежития у них нет уже давно. Данный дом на бумаге носит статус общежития, но общежитием как таковым он не является, поскольку у него нет ни одного признака, который указан в перечне в общежитиях. То есть, ну, признаков можно много называть. Из всех признаков у нас осталась только вахта с вахтером, но и вахтеров с 16 числа убирают. То есть им уже выдано по месяцу назад уведомление о сокращении, их сокращают. То есть последний признак общежития у нашего дома будет исключен. Полностью ремонт, все содержание здания лежит на жильцах. Многие уже жильцы сделали перепланировку, сделали кадастровые паспорта на свои квартиры. То есть это уже не комнаты, это квартиры с отдельным входом, с отдельным санузлом, с отдельной кухней и так далее. То есть полностью пригодные для проживания. Все полностью за свой счет. Дом является собственностью Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области и находится в доверительном управлении у Курганского государственного колледжа. Сейчас люди ходят по кругу. Чтобы приватизировать жилые помещения, нужно признать девятиэтажку многоквартирным жилым домом. Сделать это можно только после передачи строения в муниципальное владение. С этой просьбой обращались в департамент представители колледжа. Мы со своей стороны, значит, относимся к собственнику, учредителю, у нас департамент земельных и имущественных отношений. Мы, значит, оформили все документы, написали письмо, что просим согласовать передачу муниципальной собственности здания общежития по адресу проспект Конституции 77А, на что, значит, спустя полтора месяца мы получили ответ, что не предоставляется возможным, так как общежитие, значит, закреплено за образовательным учреждением. Жители дома считают, что они поставлены в неравные условия с остальными гражданами Российской Федерации, нарушаются их права на приватизацию и на улучшение жилищных условий. Также задаются вопросом, как смогли оформиться в собственность 4 комнаты, находящиеся в этом же здании. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру». Амур не дремлет. Информационное агентство «Курган.ру» открывает новый сезон любви. И у жителей города Кургана появилась возможность обрести свою любовь. В течение месяца участники проекта будут бороться за главный приз – романтическое путешествие. Подробнее в сюжете. Мужчины и женщины, взрослые и не очень. Устали блуждать в социальных сетях в поисках любви? Не с кем провести День Святого Валентина? Выше нос! Уже с 12 января информационное агентство «Курган.ру» дарит возможность жаждущим любви сердцам принять участие в нашумевшем проекте «Сети Амура», найти вторую половинку и выиграть романтическое путешествие. Единственное условие – быть старше 18 лет. Для того, чтобы принять участие в проекте «Сети Амура», необходимо иметь аккаунт в социальной сети ВКонтакте. Затем нужно зайти на сайт Курган.ру, раздел проекта «Сети Амура» и заполнить анкету. Чем подробнее будет анкета, чем красивее будут фотографии, тем у участника больше шансов найти свою любовь благодаря нашему проекту и выиграть главный приз «Романтическое путешествие на двоих».
Регистрация продлится целую неделю до 18 января. Затем из всего спектра претендентов за 2 дня зарегистрированным участникам нужно будет выбрать не менее 3 понравившихся ему представителей противоположного пола. Пятерка лидеров, набравшая максимальное количество совпадений, пройдет в следующий этап – встречи счастливчиков на романтическом свидании. Но не все так просто. Путевки в жаркие страны на дороге, как говорится, не валяются. На этом этапе проект «Сеть Амура» выходит за рамки традиционных интернет-знакомств и заставляет участников встречаться друг с другом воочию. Каждому лидеру, набравшему максимальное количество предпочтений, придет по 3 участника противоположного пола, из которых он или она должны выбрать самого лучшего или лучшую, с которыми они в конце образуют пару и пройдут следующий этап. Да, после таких перипетий сети Амура можно распутать только через испытания. Но не бойтесь, каленым железом вас пытать никто не будет. А вот проверочки устраивать парам, дабы убедиться, насколько хорошо они узнали друг друга за время проекта, это пожалуйста. Проще гораздо вместе работать, вместе жить, вместе создавать семью, вместе растить детей. Но не так просто, как казалось бы, найти свою пару. И вот информационное агентство «Курган.ру» взяло на себя эту миссию предоставить площадку, где люди могли бы встретиться. Завершится проект «Сети Амура» 14 февраля в День Святого Валентина грандиозным финалом, где и будет объявлена пара-победитель, которая станет обладателем главного приза – романтического путешествия. Лилия Тельняк, Александр Киселев, Денис Маркер, информационное агентство «Курган.ру». Подвесной мост через Тобол в Вороновке все-таки отремонтируют. Городской суд удовлетворил требования прокурора о возложении на управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана обязанности отремонтировать пешеходный мост через реку Тобол в микрорайоне Вороновка. Уже много лет шаткая конструкция находится в аварийном состоянии. Наши корреспонденты уже обращали внимание на опасный мост еще весной 2011 года. Тогда чиновники пообещали приступить к ремонтным работам той же осенью. Однако и по сей день переправа продолжает ветшать. Прокурорская проверка установила, мост ввиду разрушения несущих конструкций, ненадлежащего состояния деревянного настила, перильного ограждения и ветровых стальных тросов находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Содержать переправу обязано именно управление дорожного хозяйства. Суд принял позицию надзорного ведомства и обязал дорожников незамедлительно приступить к восстановлению переправы, пока решение не вступило в силу. Курганские судьи вернулись с 8-го Всероссийского съезда судейского сообщества и встретились с представителями СМИ. Всего в работе форума участвовали 720 делегатов. За Урале представляли 5 служителей Фемиды, судов общей юрисдикции и арбитражного суда Курганской области. Съезд судей России проводится раз в 4 года. Кроме подведения итогов за прошедший период и принятия программных документов развития судебной системы, делегаты избрали новый состав высших органов судейского сообщества государства. Членом Совета судей России Российской Федерации на новый отчетный период избран председатель Курганского областного суда Сергей Уваров. На брифинге делегаты сообщили журналистам об актуальных задачах совершенствования правосудия, которые были обозначены в выступлениях председателей Верховного, Высшего и Арбитражного Конституционного судов страны, поделились мнением о новой редакции Кодекса судейской этики, рассказали корреспондентам об изменениях в гражданском и уголовном законодательстве и укреплении материально-технической базы судов. Накануне избирательная комиссия области собралась на очередное заседание. Члены комиссии решили образовать рабочую группу по формированию резерва составов участковых комиссий Зауралья и утвердили ее состав. Контролировать исполнение решения будет секретарь избиркома Курганской области Александр Павленко. Также на заседании решили наградить члена Мишкинской избирательной комиссии Светлану Сурову благодарственным письмом за активное участие в организации и проведении выборов. Новости со страниц газет и интернет-сайтов расскажем далее в рубрике «Печатный вестник». В Заурале определены новые рыбопользователи, читаем на сайте «Нового мира». Стали известны результаты конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства. Как сообщают в Департаменте природных ресурсов, победителем по озеру Долгое Лебяжевского района признан индивидуальный предприниматель Антонов, по озеру Улыбаш Сафакулевского – предприниматель Петров, по озеру Щучи Сафакулевского района – Сафакулевский рыбхоз. При проведении конкурса учитывались такие критерии, как показатели предыдущей работы претендента – объемы разведения
увеличение водных биологических ресурсов за последние 4 года и планируемый объем разведения рыбы на новом участке. Критерием оценки служил также размер платы участника за предоставление рыбопромыслового участка. В рождественскую ночь городские храмы были переполнены, сообщает городская газета «Курган и курганцы». В этом году по благословению архиепископа Константина в Кургане состоялась первая епархиальная рождественская елка. На нее съехались учащиеся воскресных школ, участники детских творческих коллективов. Праздник длился больше 2 часов. Мероприятие стало возможным благодаря открытию здания, переданного епархии предприятием «Корвет». Во время рождественского праздника сравнительно небольшой актовый зал смог вместить всех желающих. Отныне проведение епархиальной рождественской елки станет традиционным. На елке губернатора подарили сказку 710 зауральским ребятишкам. Заголовок на официальном сайте областного правительства. Со всех районов Заураля во Дворец культуры машиностроителей на традиционный праздник, который прошел в этом году уже в 15-й раз, приехали одаренные дети, сироты, воспитанники детских домов и интернатов, дети из приемных, малообеспеченных и многодетных семей, семей погибших сотрудников УВД. Перед началом спектакля все получили сладкие подарки, поучаствовали в конкурсах и играх. Елку мы проводим для того, чтобы дать этим ребятишкам радость, вселить в них надежду на то, что жизнь хороша и прекрасна, что добро побеждает зло, чтобы и в их жизни у них не было бед, потому что каждый желает, чтобы у всех малышей было счастливое детство, отметил Олег Богомолов. Областная библиотека имени Югова вновь распахнула свои двери для вокальных коллективов и своих гостей. В первый раз в этом году слушатели смогли насладиться творчеством народного ансамбля русской песни «Рябинушка». Ансамбль русской песни «Рябинушка» под руководством Геннадия Воронина вновь порадовал своих поклонников. Самые творческие представители старшего поколения задорно и профессионально исполнили всем известные русские народные песни, романсы и заводные частушки. То есть с чего все начиналось? Начиналось все с русской народной песни. Вот сегодня мы русские народные песни и будем петь в нашем концерте. Попоет ансамбль, солисты, значит, так. И у нас такая есть традиция. Мы в заключение вместе со всем зрительным залом поем песни. Наши песенные истоки. Так организаторы назвали теплую музыкальную встречу. Под дружные аплодисменты зала выступили и солисты ансамбля. Концертную программу вокалисты открыли известной песней «Степь да степь». А за ней друг за другом понеслись другие всеми любимые народные произведения. Запланировано много мероприятий в следующем году, потому что год юбилейный, 70-летие Курганской области. И наша библиотека причастна к этому, потому что нам тоже присвоен статус областной. Также в следующем году ждут приятные встречи с художниками, музыкантами, поэтами, открытие выставок, презентация новых книг и песен. Закончился концерт совместным пением с залом. Народный коллектив «Рябинушка» обещал еще не раз порадовать горожан своим творчеством. Дарья Федерягина, Александр Менщиков, Вячеслав Шевчук, информационное агентство «Курганру». Недельное застолье, неполноценный сон, вредные продукты и напитки – все это может сыграть с организмом злую шутку. Как привести себя в форму после новогодних каникул, знает наш корреспондент Дарья Федерягина. Чем бы таким заняться на новогодних праздниках? Застолье уже надоели, да и пора бы размяться. Предлагаю вам посетить каток. Кофта, не менее теплые штанишки и для тех, кто собирается падать, ну, вроде меня, нужны перчатки. По секрету сказать, я сама не очень хорошо катаюсь на коньках, поэтому, придя на корт, я позвала опытного инструктора Полину. Привет, Полина, расскажи, с чего лучше всего начать обучение катанию на коньках? Для начала нужно поймать баланс. Это как? Вы только посмотрите, как легко и грациозно движется Полина. Я еле успеваю за ней ковылять. С помощью моего, хоть и молодого, но уже умелого инструктора, мне стали известны такие основные движения, как фонарики, змейка и, как мне показалось, самое сложное – движение назад, где особое внимание уделяется осанке. Нужно держать спину прямо. Также важно научиться останавливаться не только вовремя, но и делать это правильно. Полина научила меня виртуозно падать. Теперь мне не страшно плюхнуться прямо на лед. Бум!
Кататься на коньках можно научиться в любом возрасте, заверяют тренеры. Главное – начать. Пользу от этого занятия хоть отбавляй. Катание на коньках заставляет больше двигаться и находиться на свежем воздухе. Оно улучшает осанку, владение телом, делает движения пластичнее и выразительнее. Сама Полина занимается в секции с 3 лет. Для начала обучения большому спорту это самое то. Фигурное катание требует виртуозной координации движений, поэтому тренеры стремятся как можно раньше вырабатывать у будущих фигуристов тонкое мышечное чутье. Мама Полины – тренер по фигурному катанию, а папа – хоккеист. Вот такая у моего юного инструктора спортивно-ледовая семья. Вот так за сравнительно небольшое время я научилась и довольно сносно кататься на коньках. Чего ждете? Присоединяйтесь! На этом у меня вся информация. Не пропустите прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Блуждаешь по социальным сетям в поисках любви? Реалити-шоу «Сети Амура» для тебя. С 12 по 18 января зарегистрируйся на сайте Курган.ру, найди вторую половинку и выиграй романтическое путешествие. «Сети Амура». Любовь с первого клика. Уже в детстве мы осознаем, как важен для человека дом. Настоящий, в котором можно строить свое будущее. Дети растут, мечты превращаются в планы, а планы воплощаются в жизнь. Думать о будущем стоит в настоящем времени и в вашем настоящем доме. БК «Недвижимость», если вы по-настоящему выросли. Триколор ТВ – это пакет российских телевизионных программ для бесплатного индивидуального просмотра. Триколор ТВ – это многопрограммное телевидение для районов, удаленных от эфирных передатчиков, для жителей деревень и дачных поселков. Триколор ТВ – телевидение всей России без абонентской платы. Официальные партнеры в Кургане – Курьер Сателлайт, улица Кольмиготина, 124А, офис 304, телефон 467-222. «Аквилон» поздравляет курганца с Новым годом и объявляет новогоднюю акцию. Только с 1 по 13 января приди в салон оптики «Аквилон» на Кирова 79 и выбери свой подарок. Салон оптики «Аквилон» Кирова 79. Опа! Новый тариф! Опа! Бесплатный интернет и те же 49 копеек за минуту! Опа! Это новый тариф от сотовой связи «Мотив» с бесплатным интернетом и звонками по 49 копеек за минуту. «Мотив» – стоит попробовать! «Шевроле Нива» везет в любую погоду. Автомобили с ПТС в наличии. «Джимир», телефон 44-54-40. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Екатерина Соснина. Спонсор прогноза погоды – автоцентр «Джимир». Официальный дилер GM «АвтоВАЗ». Автомобиль «Шевроле Нива». «Шевроле Нива» везет в любую погоду. А теперь о погоде. Обстановка в атмосфере над Уралом изменится мало, и в регионе по-прежнему будет располагаться антициклон. Этот очаг притормозит у северо-западных отрогов гор облачные поля атлантического циклона, и у нас существенные осадки маловероятны, а температурный режим сохранится холодным. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без существенных осадков. Температура днем минус 17, минус 20. В Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 23, минус 25. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха минус 18, минус 20. Атмосферное давление будет расти. 12 января солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!